Сьогодні у нас в гостях дуже незвичний гість. Тобто ми звикли до християнського, так скажімо, обличчя тих, хто представляє релігію в Україні. А сьогодні у нас в гостях... сьогодні у нас лама Пема Дудол Дордже. Це в миру відомий він як Сергій Вацлавович Дудко. І ця людина є першим українським ламою. А лама це перекладається як буддійський наставник, який отримав своє посвячення і підготовку в Тибеті. Тобто він ще розкаже нам докладно про свій шлях, як він прийшов саме до цієї релігії. Ми ламу запрошували, я маю на увазі Київська трьохсвятительська духовна семінарія, 2 роки тому назад. Він приїжджав до нас в Княжичі, привозив з собою багато цікавих речей, вразив наших студентів, ну не до такого ступеня, щоб вони вирішили стати буддистами, але пам'ятаєте, тоді було дуже багато запитань, і така відбулася у нас, знаєте, як сказала, компаратистська бесіда, порівнювали буддизм із християнством, знаходили багато спільного, і сьогодні у нас є можливість продовжити цю традицію, тому, шановний лама, вам слово. Єдине, що лама попросив дозволу виступати перед нами російською мовою, оскільки він... веде всі свої проповіді російською мовою і сам родом із Східної України. Я думаю, що нам важлива суть того, що нам скаже лама, а форма – це вже, як то кажуть, другорядне. Слухаємо вас уважно. Прошу всіх виключити мікрофони. Слухаємо одного ламу. Дякую. По-перше, ще українською мовою хочу подякувати за запрошення нашу шановну професорку, так? Як ви фемінітиви будете ставитись? Зараз говорить професорку Людмилу Олександрівну. Дуже дякую. Та перейду на російську мову, тому що у нас є обмеження в часі. Так я набагато більше встигну сказати. І так, ви мене пригласили... Я, как всегда, спросил, что, собственно, вы хотите. Мне сказали, хотят побольше артефактов. Но главный артефакт перед вами, потому что все остальное, какие-то материальные предметы, которые у меня есть, некоторые могут быть более старые. Я не знаю, мне нужно себя... мое видео вот так, наверное, лучше, да? Что все видели... У меня есть какое-то количество предметов, например, вот икона за мной, ей больше 50 лет, но главной ценностью является человек и то, что с этим человеком происходит. Поэтому в этой шутке есть доля шутки. Пару слов я скажу о себе, хотя с моей точки зрения мои какие-то личные вещи никому кроме меня не интересны, но тем не менее. Я родился в Украине 52 года назад. Тогда это была часть империи зла в Донецке. И родился, тогда была, как вы знаете хорошо, одна государственная религия, марксизм, ленинизм, whatever you call it. Но мои родители были уже... как бы так сказать, скептики, то есть обычные советские интеллигенты, которые ни во что не верили. И говорят, аж 10 минут закончится. А вы, видимо, раньше начали. Ну, ничего страшного. Вот. Прекрасно. Значит, за 10 минут я расскажу о себе, дальше будут вопросы. В школе интересовался историей, поскольку религии тогда не было. Она была, но подспудно. Была настольная книга атеиста и несколько атеистических брошюр с критикой чудовищных восточных сект. Потом, когда я уже учился я в Москве, это была так называемая перестройка, возможно, изучали, эпоха «Пусть войдут все 100 цветов», и я интересовался всеми возможными религиями, течениями,
страшными сектами, которые мы, возможно, слышали тоже на всех, я посмотрел, от кришнаитов до Сахары, и жив остался. Но интерес мой вызвал только именно буддизм, и я искал живую традицию. То есть начали приезжать какие-то учителя, проводить лекции, проповеди, как вы говорите. Мне они были интересны, но казались упрощенными, так, скажем, мягко, упрощенными или очень упрощенными. Я закончил аспирантуру Института Востоковедения Академии наук Российской в Москве уже в отделе Древнего Востока. Профессор Андросов был моим руководителем, он был директором до недавнего времени, сейчас он ушел по состоянию здоровья. Но уже с середины аспирантуры я понял, что мне этого тоже мало, поскольку от буддологии тоже ничего не оставили коммунисты, как и от всего хорошего. И с середины 90-х я уехал на восток. Индия, Непал, Тибет, резиденция моя была в Катманду, и, собственно, эти все годы я большую часть провел там. 2020, первый за 25 лет, год, наверное, моей жизни, где я большую часть времени провожу в Европе, то есть с марта я в Киеве. Там я изучал, то есть я выучил классический тибетский язык, учился у разных учителей, и я хотел встретить, искал подлинную древнюю традицию, такой, как она представлена в древних текстах. Я встретил своих главных учителей в глухой тибетской глубинке, это, я даже не знаю, как назвать, это какой-то глухой ущелье в Закарпатье, если так говорить о всем Тибете. Голок – это область северо-восточного Тибета, которая до сих пор населена кочевниками, и где цивилизация условна. Там я встретил нескольких своих главных учителей, но главное был не их образ жизни, не цивилизованный, а то, что они жили, молились, медитировали и учили так, как учили предыдущие много поколений. Это не изменилось. С ними я провел некоторое время, строго говоря, в течение 8 лет, каждое лето я к ним ездил, в зависимости от моей китайской визы, от месяца до 3 я с ними проводил. И в конце они мне сказали, что все, чему можно у меня было научить, они научили. Вероятно, больше я просто не был способен понять. И уполномочили дальше передавать буддийские знания. Это вот, собственно говоря, о себе все, что я могу сказать, если совсем кратко. Дальше вы можете задавать любые вопросы. Некоторых из вас я помню, некоторых нет. То есть вы помните, что я уже говорил, что моя цель не обратить вас в учение Будды. А просто дать возможность увидеть это то, что еще есть, причем, может быть, это отлично от того, как излагают академические преподаватели или традиционные проповедники, которые приезжают из стран, где буддизм традиционная религия, поскольку я принадлежу немного к обоим мирам, я наш, ваш, такой же. Лама, но вы не... такую жизнь, и я много лет прожил там, то есть я восточный человек тоже, да. Ви не все про себе розказали, ви не розказали, конечно, це посвячення, як ви отримали титул лами чи статус лами. От у нас ще 5 хвилин є, то ви трошки ширше про себе розкажіть. Ширше. Да. Тобто, коли ну, звичайно, не все, я все це неможливо. Хорошо, один вопрос. Лама. Лама – это тибетский эквивалент санскритского слова «гуру». Я буду упоминать некоторые слова на двух языках. Санскрит – это священный язык Махаяны или Великой Колесницы. Это не тот язык, на котором говорил Будда. Будда говорил на более простом. Это язык священных текстов всех религий, всего философского дискурса в ранне-средневековой Индии.
И тибетский классический это, язык – это священный язык для тибетских народов, трех братских народов – тибетского, амдосского и лхасского, которые ошибочно считаются одним тибетским народом. На самом деле они друг друга слабо очень понимают на разговорном языке, но у них один как бы церковнославянский язык, классический старо-тибетский. Так вот, тибетское слово «лама» означает буквально «тот, выше которого нет». Это перевод слова «гуру» санскритского, которое этимологически означает «весомый». Все слова очень многозначные, только некоторые значения перевожу. То есть это не этимологический перевод, но эти слова эквиваленты. Это означает просто «духовный наставник». Когда ученик завершает обучение, учитель ему поручает преподавать дальше, нести свет дальше и так далее. Может поручить, как... Это может быть в ходе определенного ритуала или нет. Эти ритуалы могут отличаться от школы местности и так далее. Но, конечно, одно. Учитель определяет, что ученик готов и поручает ему идти дальше. В моем случае это была некая церемония, где мне выдали и бумагу, и красивый там кусок шелка, на котором написано мое имя, название для храма, монастыря, который я могу основать в странах, где живут бледнолицые, и поручили идти дальше, или, как они говорят, нести свет дальше. Этому предшествовало многолетнее изучение, обучение, подготовка. Еще, чтобы уточнить, я не являюсь монахом. В разных школах учителями могут быть в некоторых только монахи, а в некоторых, как и в православной традиции, могут быть женатые священники. То есть я отношусь к в нашей школе, которая древняя, называется по-тибетски, поскольку она раньше пришла в Тибет в 8 веке, отношусь к не монашеской санки или к нашескому клиру, да, то есть этим отличается тем, что у меня, я не брею голову, это сами они выпали, то есть у меня есть какие-то волосы, они длинные должны быть и заплетены, вообще говоря, в дреды или в пучок на макушке, но, в общем, их мало очень осталось, то есть то, что осталось, заплетено, и носить белую одежду полностью или частично, белую одежду в зависимости, это показывает, что я не монах, а женат в моем случае, или могу быть женат, что гораздо опаснее, но я женат. Ясно. А вам определили территорию, на которую распространяются ваши полномочия, или нет? Нет, у нас нет канонической территории. Я могу проповедовать всюду, на земле, людям, на Альфа Центавре, разумной плесени. Нет канонической территории в буддизме, и нет церковной иерархии. Собственно, нет иерархии как таковой. Если мы говорим об монашеских традициях, то есть монастырь и есть настоятель монастыря. Он бог и царь. Он обладает абсолютной властью. Все монахи, но он может сбежать в другой монастырь, если его примут. Но, то есть в монастыре настоятель является руководителем. Если говорить о тантрической традиции и о немонашеской, то вся иерархия состоит из двух человек, строго говоря. Учитель и ученик. То есть учителей может быть много, у меня больше 50 учителей, от кого я получал какие-то наставления, посвящения и так далее, только в моей школе и много в других тибетских школах, и не только в тибетских. Есть 5 главных учителей, это достаточно редко. То есть я могу всех уважать, но решающим является мнение именно главного, или, как его говорят, коренного учителя, мула-гуру на санскрите, цали-лама по-тибетски. Все остальное это уже позднее наносное. То есть, например, когда говорят, что Далай-лама глава всех буддистов, это бессмысленное выражение. Что Далай-лама для тибетцев был еще и царем. Области тибетского буддизма и статусу ламы. Ну что, я думаю, что все майже підключились, тому вам слово, лама, будь ласка. Звук тільки включить, будь ласка, мы вас не чуємо. Так, все, я здесь. Всех приветствую в новом воплощении. Видите, это все просто. Вы выключаетесь и потом включаетесь снова. Только выключаетесь, включаетесь снова, только иногда
вы не узнаете себя, это может быть, здесь может быть удивиться, то есть опять человек, это большая удача. Так, Руслан, мне, все, права сохранились. Вот, то есть, строго говоря, в буддизме нет иерархии, все иерархии связаны с какими-то государственными или общественными ситуациями. Когда говорят о школе или об ордене, то в рамках школы, то это опять указывает на линию передачи. Поскольку учитель мог поручать ученикам идти куда-то основывать монастырь, например, в своем родном ущелье, в родной деревне или где-то рядом, или кто-то обучался в большом монастыре, после окончания обучения возвращался куда-то к себе домой, там основывал монастырь. В нем структура образования, структура практики была такая же, как в материнском. В этом плане образовывались ордена и так далее, но они не подчинялись. Строго говоря, не подчинялись. Конечно, они смотрели на большие материнские монастыри, где было больше учености, и приглашали оттуда преподавателей и так далее, но строго иерархии, как в христианстве, папа, патриарх, митрополит и так далее, нет. Ну що, дорогенькі, тепер у вас є можливість запитання задавати. Можна це робити і в чаті, а можна робити, включаючись напряму до лами, він вас почує і відповість на все, що вас цікавить. Брати, значить, я очікую на вашу активність, як завжди, у вас дуже цікаві запитання. Будь ласка, бачу, що брат Володимир хоче запитати. Прошу. У мене питання виникло через те, що от говорять, що немає ієрархії. Яким чином взагалі тоді зберігається, наприклад, якщо так можна казати, чистота буддійського вчення? Та? Що, тому що виникають різні школи, якісь можуть відходити, якісь можуть дотримуватись традиційної, чи взагалі існує поняття традиційного буддійського вчення? Чи це кожен вчитель може по-своєму інтерпретувати і створювати свою, якщо можна сказати, конфесію всередині буддизму? Дякую за запитання. Важний вопрос, який піднімався всіми. В Тибеті є звісна поговорка, для сокращення буду сразу в переводі, в кожній долині свій язик, у кожного лами своє учення. Дійсно, дуже багато різних школ, направлень учень и так далее. И возникал вопрос подлинности, сохранения учения и так далее. Для этого есть два пути. Первый – это путь писаний. Есть канон, который общий для всех школ. Когда я говорю о всех школах, опять, существует очень много разных вариантов буддизма, даже последний очень популярный учебник оксфордский профессора Робертсона, 5-е или 6-е издание, называется History of Buddhist Religions, говорят о разных буддизмах. Есть буддизм южный, школа Тхеравады в странах Шри-Ланки, Таиланда, Мьянмар и у соседей частично в Лаосе и Вьетнаме. Есть дальневосточный буддизм, Махаяна, это все школы Китая, Японии, Кореи, частично Вьетнама. И есть так называемый северный или тантрический буддизм, это буддизм Тибета, Монголии и монгольских народов, бурятов, калмыков, тувинцев, алтайцев. Эти три между собой вообще не похожи. Для простоты я буду говорить в основном о так называемом тибетском буддизме. Различия есть внешние, не связаны с тем, что буддизм всюду ассимилировал, адаптировал культуру и верование народов, включая фестивали, духов, быт и так далее. И различия есть существенные, я буду говорить о последних. Итак, есть канон. В случае есть канон у каждого из этих трех буддизмов на разных языках, то есть есть палийский канон на языке пали,
одном из языков Южной Индии, который был уже на Шри-Ланке, видимо, записан. Есть китайский канон, который общий и для Китая, и для Японии, и для Кореи. Есть тибетский канон. Если у вас хорошо, есть одна Библия, то тибетский канон у меня дома в Катманду занимает 2 шкафа. Есть запись того, что говорил, или как считается, говорил Будда, а говорил он много, поскольку после просветления он еще 45 лет прожил и говорил большую часть времени, занимая в зависимости от издания примерно 108 томов. Сразу скажу, из этого процентов, может быть, 10-15 переведено на европейские языки. Сейчас есть большой проект по переводу на английский, они хотят лет за 30 все перевести. И есть перевод тех комментариев индийских мастеров. Это называется Канчур, первый канон, буквально К-слово Будды, или Буддавачана, священное слово, и Джур-перевод, то есть перевод слова Будды. Второе – Тенджур, или перевод трактатов. Это все то, что написали мастера Древней Индии, которые признаны каноническими. Ваш аналог – священное писание и священное предание. Вот все, чему учит любой учитель любой школы, должно этому соответствовать. То есть, если учитель вам рассказывает какой-то анекдот, или не анекдот, а под видом обучения излагает современную психологию, что часто бывает, вы можете открыть Будду или открыть Нагарджуну, открыть Хармакирти и сказать, смотрите, вот это буддийское учение, то, что вы рассказываете, это нью-эйджерская попса, например. Это как бы первый способ канона. Второй, это называется иногда дхарма или учение писаний. Второй – это дхарма постижений, основана на устной передаче. У Будды были ученики, которым он сказал, ты достиг, ты можешь, ты понял, ты можешь учить дальше. Каждый из этих учеников имел своих учеников и так далее. То есть есть живая линия передачи, и она обязана быть. У любого учителя вы можете спросить, кто твой учитель, кто мой учитель и так далее. У своих учителей я помню основные линии передачи, но не все помню, по крайней мере, они записаны до времен Будды и до времен Падмасамбхавы, которые эти учения в Тибет принес. Конечно, есть различные интерпретации, есть различные понимания, и между ними были яростные споры. Есть различные точки зрения, некоторые детали, очень глубокие философские детали, которые мало понимают большинство простых буддистов или даже монахов. То есть это все считается возможным. Покуда он опирается на слово Будды, на основные его принципы, такие как 4 истины благородных или 4 печати воззрения и так далее, это все считается нормальным. И если есть линия передачи от учителей, которые передали, это считается нормальным. Но в целом вопрос поднимается неоднократно во все времена и до наших времен. Отдельные учителя объединяли других, говорили, что вы неправильно интерпретируете слово Будды. Строго говоря, нет понятия ереси, или оно размыто, но такие обвинения и споры по поводу этого понимания тех или иных положений были и продолжаются, и они считаются нормальными. То есть вы можете выбрать ту или иную школу, которая вам ближе, и этому следует. Так, як відбувається катехизация людей, і чи взагалі таке є? Ось так вона і відбувається, як зараз. Но это шутка, конечно, у меня нет задачи вас катехизнуть, как слова дьякону Андрею Кураеву принадлежат копирайт. Я просто с вами рассказываю. С точки зрения того, что говорил Будда, очень важно, чтобы человек пришел к этому сознательно. То есть человек этим заинтересовался, у меня возникло в этом некоторое уважение, он пришел, задавал вопросы, и лишь после того, как он убедился, что этот путь мне подходит, на путь употреблял Будда, можно говорить учение, можно говорить религия, традиция, только после того, как кто-то говорит, что этот путь мне подходит,
Что я должен делать? Ему говорят, ты должен вступить на путь. И вступив на путь, принять прибежище в трех драгоценностях будет Харми и Санхи. Этот ритуал принятия прибежища традиционно считается вступлением на путь. То есть после этого человек как бы буддист. Но перед этим человек должен знать, куда он идет и что он делает. Здесь важно понимать должен, потому что в буддизме, как и во всех других религиях, есть, как в религиоведении есть более точное слово, но проще скажу, есть сущностная религия, есть народная религия. Есть то, чему учил Будда, и то, чему в традиционных странах, то, что происходит как часть уже народных верований, включая различные суеверия, традиции, обряды и так далее. То же самое есть в христианстве. В буддийских странах буддистами считаются фактически по рождению, и уже маленьким детям, совсем маленьким детям проводят ритуал прибежища и так далее. Это не то, строго говоря, чему учил Будда. До 18 лет человек не готов к этому. Человек должен понять, что такое экзистенциальное страдание. Без этого у него не может быть порыв вступить на путь. Я буду больше говорить о... И сейчас, когда приезжают буддийские учителя, собираются где-нибудь там, не знаю, в доме кино, и учитель говорит, а сейчас давайте все примем прибежище. Все говорят на ура, да. Включая тех, кого просто друзья пригласили или подруги пригласили, придем на буддийскую встречу, здесь прикольно. И все принимают прибежище. Проводят какой-то ритуал, производятся какие-то слова. Это не совсем соответствует тому. Если я провожу ритуал прибежища с людьми новыми, я часа два минимум рассказываю о том, что это и какие обязательства у человека будут, если он вступает на путь, что он будет делать, какие там есть моральные заповеди и прочее. Только после этого я спрашиваю, если это подходит, тогда вы можете принять прибежище. Так это... Наскільки комфортно почуваєте, шановний пан Лама, в сучасній Україні? Взагалі або в 2020 році? Мне чуть-чуть холодно, потому что последние 25 лет я проживаю в более жарких странах. Но к этому можно привыкнуть, здесь есть отопление. Так я, что в Катманду, что в Киеве, большую часть времени все равно провожу дома с книгами. И разницы большой нет. Нет, я комфортно себя чувствую, все хорошо. Помню о том, что сансара – это океан страданий. Наивно надеяться, что переехав из точки А сансары в точку Б или из Азии в Украину или из Украины в Гуа, вы найдете место, где вам будет лучше, или вы не будете страдать. Климат, конечно, отличается. Люди приятные, красивые. Очень хорошо чувствую. Так, наскільки чисельными его последовники? Ресурсы для проповеди. Так. Эти опросы задавали в соответствующих органах, которые занимались опасными сектами. Такой отдел тоже есть в СБУ, но меня пока не приглашали, поскольку я не представляю серьезной информационной угрозы. У меня есть несколько учеников, десяток-полтора. Дело в том, что, опять, если говорить строго об учении, так как это учил Будда, буддизм не предполагает миссионерство. Будда, если открыть любые тексты из канона, любые сутры, любые его беседы, отвечал на заданный вопрос. Приходил человек и задавал вопрос. У меня умер мой маленький ребенок, я не могу жить дальше, что делать? Будда говорил об этом. Или как устроен мир? Ну, с такими вопросами Будда обычно посылал. То есть, строго говоря, должны люди, которые интересуются, задают вопросы и спрашивают.
Поэтому я не веду, опять, в отличие от многих учителей, в том числе из Тибета, Китая и так далее, большой рекламной кампании. То есть я есть в Фейсбуке, но Фейсбук я не люблю. Мне не нравится его, как это называется, Community Standards. То есть я там есть, но редко бываю. У меня есть канал в Телеграм, где я что-то пишу. Да, у меня есть сайт. По просьбе моих учеников пару лет назад, когда они спросили, какая самая большая проблема у буддистов в Украине, я сказал, ну, как и у всех людей, невежество. Точнее, есть фундаментальное неведение, причина нашего страдания, есть тотальное невежество. Люди думают, что буддисты, думают, что медитируют или что-то там еще делают, но они вообще ничего не знают. И они просили меня рассказывать. Поэтому я веду занятия, это называется очень громко, «Открытая буддийская академия». Конечно, это громкое занятие, поскольку это академия театра одного актера, меня, но как буддист я понимаю, что все названия пусты, поэтому не волнуюсь по поводу громкого названия. То есть есть занятия, которые я провожу в традиционной форме. Я беру классический тибетский текст, учебник, назовем так, по одной из дисциплин, метафизики, диалектики и так далее. Сейчас я преподаю большое руководство по медитации, видимо, дальше продолжу, его нужно год или больше преподавать. И так как это проходит в тибетских монастырях, университетах, и во всей Азии, и в китайских точно так же, такую же форму это имеет. То есть я читаю отрывок из текста и его комментирую. То есть опираясь на текст, его комментирую, рассказываю современным языком с примерами из тех сериалов, которые вы смотрите. Книги уже люди почти не читают, я уже привожу примеры, которые нравятся. Это традиционная форма преподавания. Там есть какое-то количество людей, 30, 40, 50, которые слушают. Есть, это как бы внешний уровень, есть какое-то количество учеников, которые медитируют под моим руководством, их 10-15. Почему я говорю так, я их всех знаю, просто некоторые ленивые. Поэтому я не знаю их относить или не относить, поэтому 10-15. Не от Львова до оккупированных территорий на Востоке. Половина в Киеве, половина там. Это те, которые серьезно занимаются. Остальные слушают. Я не создавал, хоть имею для этого полномочия, не регистрировал никаких религиозных организаций и так далее. Единственное, что у нас есть земля, где будет центр для медитации, где можно проводить то, что сейчас называется семинарами или затворами, то есть несколько дней более интенсивные курсы проводить. Мы потихоньку там что-то будем строить. Информационный, я сказал, у меня есть сайт, канал Телеграма, Фейсбук, который я не люблю, и лекции сейчас онлайн в Зуме. Сайт, да, сайт легко запомнить, pema.guru. Финансовые, здесь все просто, поскольку я не монах, я не могу жить подаянием. У меня есть работа, связанная с тем, что я много лет прожил на Востоке, в частности в Непале, я эксперт по искусству, по декоративно-прикладному искусству и эксперт по путешествиям. То есть этим я зарабатываю. Кроме того, да, есть пожертвования, потому что те, которые посещают мои занятия, слушают мои занятия, они их оплачивают. То есть вот это ресурсы. Скільки вірних громада. Про громаду я сказал, то есть мы иногда собираемся, когда в кино, в этом году это все не актуально, у нас все вот так вот происходит, хоть я очень долго сопротивлялся и говорил, что не хочу, хочу только вживую, хочу не только видеть и слышать, а нюхать и трогать и на зуб пробовать тех, кто со мной общается, но вот в этом году это так, и пока никаких планов нет. Властивость обряду до Бавикола молитвы. Есть разные практики. Я не знаю, может быть, вначале пару слов сказать, потому что я буду употреблять те же слова, молитва,
практика, литургия, если известно, но они будут иметь другой смысл. Может быть, поэтому небольшую сюда вставочку я сделаю. Когда вы знакомитесь с религиями не авраамическими, не монотеистическими, нужно понимать существенную фундаментальную разницу. Неважно, вы здесь такие есть религиоведы, как бы нейтральные религиоведы, или вы священники религии, и для вас это соседи по коммуналке, земле и в чем-то, не знаю, конкуренты, как бы вы их не рассматривали. Не монотеистические религии, они отличаются принципиально, буду говорить на примере учения Будды. У нас нет Творца, нет единого Бога. Я просто излагаю свое учение, не навязывая вам, если для кого-то эти слова служат страшным, как это сказать, страшным грехом, страшным оскорблением, ничего личного. В этом мире есть много сил, в том числе намного более могущественные, чем человек. Есть боги, есть демоны и так далее. Есть очень могущественные боги, которым снятся, что они создают целые миры, и для людей они выглядят как боги-создатели, как человек для муравья может казаться богом-творцом, разрушающим их мир и создающим и так далее. Но все они подчиняются более фундаментальным законам. В некоторых немонотеистических религиях говорят об абсолюте, брахмане и так далее, который, тем не менее, не личный и не обладает любовью к своим творениям. В учении Будды акцент с этого, с онтологии смещен в экзистенциальность. Стартовая точка, поскольку вы специалисты, я такие слова говорю, да? Вы же должны эти слова знать, вам все преподают. Ключевым не является вопрос, как устроен мир, кто его создан и так далее. Не этот вопрос важен для Будды. Будда принял просто древнеиндийскую космологию с горой Сумеру, Великим океаном, четыре континента и так далее. Сейчас бы Будда говорил о большом взрыве, если бы он вдруг появился, ему дали говорить вообще, в чем я не уверен. Как и Иисусу бы сейчас особо не было в современном мире возможности говорить. Ну ладно. Стартовая точка – это то, что мне плохо. Я страдаю, я не удовлетворен, у меня что-то не так в жизни, и я не знаю что. Я пытаюсь что-то изменить, и это не помогает. Не помогает работа, не помогает семья, не помогает накопление денег, не помогает чувственное удовольствие и так далее. Это все не ведет к избавлению от этого. Что с этим делать? Это ключевой вопрос в учении Будды. Будда на него отвечал постепенно, называется «Тремя поворотами колеса». В учении он раскрывал сущность своего ответа, то, что он увидел постепенно. И как бы подробно это говорить у нас времени нет, но на том или ином уровне, а есть много уровней понимания, и все они правильные, поскольку правильным является тот, который вы способны понять. Суть заключается в том, что Будда – это вы сами. Вы просто спите, этого не знаете или забыли. То есть собственное пробуждение – это есть задача, в том числе задача всей практики. Итак, есть исходное состояние, состояние неудовлетворенности, состояние страдания. Это состояние несвободы, рабства, если хотите. И это состояние неведения. Целью является состояние свободы, которое дается ведением, знанием. Знанием каким? Знанием о том, кто я есть на самом деле. Поэтому я не шутил, когда вопрос «кто я есть» является фундаментальным. Не как мир устроен, это вообще не важно. Кто есть я? И тогда что есть окружающий мир, который мне кажется таким? Сегодня, когда у меня хорошее настроение, а завтра, когда у меня истерика, мне этот мир кажется совсем другим. Что есть я и что есть этот мир? Знание этого освобождает.
оно не освобождает от закона всемирного тяготения. То есть, если вы стукнетесь коленкой, вам будет больно все равно. Но отношение к этому будет совсем другое. То есть, задача этого – найти то, что называется этим знанием, освобождением, просветлением, нирваны и так далее. Здесь много разных слов красивых, но на пальцах это вот так. Это цель этой практики. В начале практики для простоты мы принимаем кажущуюся двойственность, как она есть. То есть мы говорим, да, был Будда, да, были учителя, и они являются объектами нашей молитвы и так далее. Практики могут быть самые разнообразные, их огромное количество, и нет практик одинаковых не только у одной школы, но и у одного ордена, и у каждого монастыря есть свой цикл практик, и они включают, то есть где-то может быть четверть молитв общая для всех школ, еще половина где-то общая для данной школы, и еще четверть условно она характерна для данного монастыря или данной линии передачи учителей. Плюс у каждого могут быть свои индивидуальные практики, которые даны их учителям. Есть ежедневный цикл практик, есть цикл практик месячный и годовой для монастырей. Есть молитвы, есть, можно сказать, йогические упражнения, хотя не всех занимаются, связанные с телом и с дыханием. Есть в тантрическом буддизме это садханы, связанные со сложными визуализациями, чтением мантры и так далее, и соответствующие ритуалы. И есть медитация, точнее, медитацией должно быть охвачено все. Сама медитация – слово не очень удачное, поскольку это вы сами мне должны сказать, что означает слово. Следующий вопрос про медитацию, тогда на него перейду. Так, сейчас еще там много чего. Может быть, сколько у нас есть минут до очередного перерыва? Я могу показать, чтобы, прежде чем вернуться к непонятной медитации. 10 минут где-то. 10 минут, да? Хорошо, тогда к медитации вернусь в начале. Потом же у нас будет еще, а вообще до скольки у нас? До 12:30 где-то я слышал? Да, где-то так. Хорошо. Я могу показать свой домашний алтарь, как называется, домовая церковь, где я сижу и выполняю практику. Это в миниатюре то, что может быть в любом храме. Я сейчас попробую это сделать. Меня видно, да? Так, сейчас. Да, 10 минут. Вот так выглядит алтарь, да, вам видно? Ага. Вот это алтарь. Здесь очень долго и можно сложно объяснять. Передний ряд чашечек, которые вы можете увидеть в любом храме, это так называемые внешние подношения. Их символизм связан с ритуалом приема очень дорогих гостей в Древней Индии. Когда гость приходил в дом, ему давали сначала попить воды, это вода для питья аркхам, потом воду омыть ноги, падья вода для омывания ног, давали цветы. Давали благовония. Благовония тогда были порошковые в виде такой пахучей горки песка, когда они горели. Зажигали светильник. Потом опрыскивали духами благоуханная вода. Давали поесть.
и потом для него играли музыку. То есть вот это «Аргам падям пюпи дюпи алоге ганфе невидя щабда» – 8 общих подношений, которыми встречали дорогого гостя в Древней Индии, и это первый ряд подношений на алтаре. Здесь очень много всего прочего, и вот так выглядит место, как бы, а как его сделать, чтобы было видно? Сейчас я попробую, если я сижу, это будет видно или нет. Вот выглядит место моей практики. Мне не видно это. Как это сделать, чтобы было видно? Видно только меня. Может быть, вот так. Да, выглядит место моей практики. То есть здесь есть тексты молитвы, есть колокольчик с ваджрам, есть барабанчик и так далее. То есть вот так выглядит ритуал, барабан есть еще и так далее. То есть есть разные музыкальные инструменты. Это все именно в тибетской традиции, потому что, скажем, в Индии это все выглядело иначе, и в Китае, и в Японии тоже выглядит иначе. Возможно, в Украине будут какие-то бандуры использоваться когда-нибудь в буддийских ритуалах. Нет, так-то всегда было. Поскольку то, о чем говорил Будда, состояние счастья и несчастья – это состояние ума, то сутью практики является состояние ума, это мы перейдем к медитации. А все внешние вещи – это, так сказать, то, что способствует. К этому нет привязанности, это брали из того, что было доступно. Так вы посмотрели святая святых, домовую церковь Ламы. Практики есть разные. Чтобы стать учителем, нужно много лет изучать и медитировать под руководством учителя. Формы этого могут быть разные. В монастырях есть формальная система образования с формальной программой, похожей на университет. То, что я предлагаю, это какие-то важные кусочки этой программы, которые я выбрал. То есть, чтобы учиться в Азии, нужно язык соответствующий знать, но как бы это не обязательно, поскольку сам Будда говорил, что общаться нужно на родном языке. Поэтому, когда надеюсь дойти и до украинского языка преподавания. Так. Можливо, я буду вам допомагати, Лама? Я вижу. Следующий вопрос там про медитацию быть. Это я ответил, Дальше про ахимсу и про мясо. Трудно найти в соцсетях больше холивар, чем холивар на тему, можно ли буддистам есть мясо. Но это очень хороший пример вопроса, который показывает некоторые принципы буддизма. Как я уже говорил, это учение о решении экзистенциальной проблемы существования. И нет никаких, строго говоря, обязательных ответов на все вопросы фиксированных. То есть вопрос, может ли есть человек мясо и буддист мясо, вообще он бессмысленный. Как вообще может ли быть и буддист иметь семью или быть монахом, он бессмысленный. Зависит от школы, традиции и уровня практики, которую он выполняет. Строго говоря, во времена Будды, первая община Будды, они были шраманами, они были отрекшимися от мира аскетами, они жили подаянием. Они каждый день ходили в ближайшую деревню со своими мисками и предложенную им пищу они ели. И все нормально. И Будда не запрещал есть мясо. Мало того, один из первых
раскола в общине, расколы были не по философским поводам, а по правилам. Его двоюродный брат Девадатта, ну это такой Иуда был, Будда, как у всех, он хотел ввести более жесткую дисциплину, в частности полное вегетарианство. Будда сказал нет. Упрощенно говоря, если животное убито специально не для вас, то есть если в этой семье ели мясо и потом поднесли вам часть своей еды, то вы это можете есть, и так и было, и Будда это ел. В некоторых школах или на некоторых этапах пути, когда, в частности, третьего поворота колеса учения, когда акцент делается на то, что все живые существа обладают природой Будды, все могут стать просветленными, в том числе тараканы у вас на кухне, и чтобы развить любовь и сострадание ко всем живым существам, акцент делался, давался Буддой на необходимости вегетарианства. Наконец, в некоторых, в тантрических учениях, когда делается акцент на преодолении двойственного отношения ко всему, как к чистому и нечистому, или к духовному и недуховному, есть ритуалы, когда даже пищу, которая считается нечистой, в том числе мясо и алкоголь, осветив определенными образом в ходе ритуала, нужно принимать даже в... Этот ритуал называется ганапуджа, не так, как делают сейчас в хармоцентрах. Много, это может быть в символических количествах, то есть крошка мяса и капля алкоголя принимается во время этих ритуалов. То есть у вас вино в воду превращают, то есть у вас воду в вино превращают, а у нас вино в воду. Ахимса заключается в том, что и так не обязательно быть вегетарианцем. Хорошо, но не обязательно. Конечно, на севере азиатской части России, да и в Тибете почти не было вегетарианцев, поскольку в Тибете это был реальный духовный подвиг, поскольку они питались, и мои учителя питались, 90% пищи это цампа, это каша, точнее, из жареной ячменной муки. И сушеное мясо яка по праздникам. Так питаются кочевники животноводы. Ахимса, принцип ахимсы означает не вреждение, отсутствие вредоносного ума, отсутствие вредящих другим мыслей. По отношению ко всем, даже к тем, то вам наносит вред. Это не означает полного отказа от необходимости защищать себя, свою семью, свою родину и так далее, но делать это без гнева к этому возможному противнику, понимая, что все живые существа обладают природой Будды, понимая, что они об этом не знают, пребывают в неведении и невежестве. Из-за своего невежества они ошибочно полагают других существующими независимо и других считают источниками своих страданий и ошибочно считают, что причинив другому вред, могут себе принести счастье, это глубокое заблуждение, и эти люди действительно причиняют вас вред, но они достойны лишь сострадания, поскольку пребывают в неведении. Если нужно, вы их останавливаете, силой, но не испытываете к ним гнева, не испытываете к ним сознательного желание нанести вред, а наоборот, испытывайте к ним сострадание, желание, чтобы они обрели мудрость и освободились от страданий. Вот это ахимса. И это очень важно в учении Будды. Так, вернувшиеся в кількості 14, але я думаю, що зараз будуть приєднуватися ще потихеньку. Справа в тому, що ті питання, які там були, вони ж зникли зараз. Тому я попрошу... Я пам'ятаю, там було про медитацію питання. Так, і якщо там ще були запитання, ага, от повторюють свої запитання, я прошу ще раз внести в наш чат з тим, щоб лама мав можливості вам відповісти на те, що вас цікавить. Так, перше... Хто об'єкт, а хто суб'єкт молитв? Дуже гарне запитання.
Бо Будда молить себе, щоб прокинутися. Сначала про медитацию. Так, все уже, но число растет, как-то просыпаются. Я обычно вечером занятия веду. Итак, прежде всего проблема со словами. Здесь и всегда. Не знаю, как у вас. Как у вас в святой герменевтике? Вот у нас со словами проблема. Почему? Потому что истина за пределами слов. Она невыразима и немыслима. И можно словами только помочь к этой истине приблизиться, увидеть ее, пережить и так далее. Но слова для этого недостаточны. Как ни странно в этом парадокс, что поэтому слова очень важны, поскольку, зная, что они на это не способны, говорить что угодно очень опасно. Нужно говорить правильно и аккуратно. Я, к сожалению, не всегда достаточно осторожен. Могу ляпнуть, а потом людей спасать надо. Но есть кому этим заниматься. Итак, слово «медитация», вы это хорошо знаете. Марк Аврелий, медитация. Что такое медитация в этимологическом понимании этого слова? Это размышление. Вы сидите и записываете свои мысли. Это совсем не то, что Будда под этим понимал. Есть очень много слов в тех языках, которые я упоминал, которые можно переводить как медитация, созерцание и так далее. Самадхи, самахита, тхьяна, шамадха, випассана и так далее. Очень много слов. Но есть одно самое общее слово, которым это называется все вместе. Это слово называется бхавана. И на санскрите бхавана на пали тоже и гомпа по-тибетски. Это слово имеет некий такой сельскохозяйственный смысл. Да я люблю примеры из электроники, а у Будды все примеры были сельскохозяйственными. Бхавана означает культивирование или взращивание чего-либо. В сельском хозяйстве я не разбираюсь, поэтому говорю это так, как в кино видел. То есть, чтобы вам нужно вырастить что-то на поле, вы должны поле, я не знаю, что там, прополоть, вспахать, удобрить, посадить семена, поливать их и так далее, и так далее. В итоге что-то вырастет. Вот это вот взращивание, культивирование, все вместе на санскрите бхавана. Здесь это бхавана применительно к чему? Применительно к уму. Или это культура общения с собственным умом. Все это вместе есть медитация. Например, у вас в школе, в детском саду, раньше говорили, родина и партия учили, что делать со своим телом. Что нужно мыться, чистить зубы, причесываться, здесь нельзя чесаться и так далее. Как ни странно, этого нигде, кроме некоторых католических орденов, и то уже поздно, не учили, что делать с собственным умом. Где у собственного ума зубы, которые нужно чистить, где ум нужно мыть, где ум не нужно чесать. Что делать, если я не могу сегодня успокоиться, а завтра я сонливый или сонливая, не могу работать? Что делать, если я встречаю этого человека и не могу на него не реагировать? Такой или такая спокойная, но я кого-то встречаю и не контролирую, немедленно во мне вспыхивает гнев или страсть и так далее. Вот все то, что называется физической культурой, там, спортом и другие изощренные методы работы с телом, применительно к уму, это называется бхавана и медитация. Только Будда говорил о том, что в уме, в потоке ума, ум сравнивается с потоком, поскольку это не вещь. Поток – это только образ. Современные физики сказали бы, что это квантовая последовательность событий. Каждый миг в нашем уме есть какие-то мысли, какие-то чувства и так далее. Сначала учатся видеть это. Это называется практикой успокоения.
Пример простой, что если у вас есть стакан с водой, у меня стакан с чаем, если вода мутная, вы не видите, что там и что на дне. Вы просто можете поставить стакан, и какая-то муть осядет на дно, какая-то всплывет, и вода станет прозрачной. Также, позволив себе пребывать в покое, вы видите, что происходит в вашем уме. Будда это описывал в Абхидхарме как сложная структура, совокупность элементов ума и так далее. Не буду в это погружаться. Эти методы были, кстати, до Будды, и у Будды нет на это копирайта. И сейчас эти методы используются в клинической психологии и в mindfulness, как бы это ни переводили на русский, сознательность, внимательность. Принцип заключается в том, что если ум на чем-то концентрируется, он успокаивается. Например, на собственное дыхание и так далее. Это применяется. Когда вы увидели, что в вашем уме есть, ужаснулись и приняли это, вы с этим работаете. Вы, собственно, культивируете. Вы что-то пропалываете. Пропалываете вы то, что оскверняет собственный поток ума. Эти скверны, клеши на санскрите или ньонмонг по-тибетски, иногда их называют омрачениями. Сюда относятся то, с чем и у вас борются. Гнев, страсть, жадность, похоть и так далее. Что там? Это то, что оскверняет поток ума. И есть то, что, наоборот, культивируется. Культивируется любовь, сострадание, вера, некоторые качества внимательности и так далее. Это большие начальные этапы медитации. Более глубокие вы смотрите, собственно, на то, чем вы являетесь на самом деле. Вы ищете, кто я, и не находите. Потом вы смотрите, что вам кажется существующим, как отдельные вещи вокруг. И тоже не находите этого, как отдельных вещей. Это называется випассана, или погружение в пустоту, или видение отсутствия самосущего бытия у всех предметов его собственного «я». Есть и более глубокие уровни, когда вы работаете с природой ума или с своей природой Будды, которая не просто пуста, она сияющая, светоносна, она обладает способностью все познавать, и она сочится любовью ко всем. Это если кратко медитация. Об этом можно очень много говорить. Важно это осваивать последовательно, то есть начинать с того, что вы видите, что происходит в вашем уме, а не с закрытыми глазами. Но это общий подход в буддизме, где не должно быть слепой веры, а понимание того, что вы делаете, хотя бы общих принципов. К сожалению, это не всегда не соблюдается. Вопрос про медитацию, да, так вот я сейчас веду курс медитации, уже 20 часов проговорил, и мне нужно еще 30, чтобы первые этапы медитации объяснить в деталях по одному из классических учебников 18 века. Теперь хороший вопрос про молитвы. Где бы я еще услышал вопросы про молитвы, поскольку там у обычных мирян, которые буддистами становятся, они не любят молитвы, они слова этого побаиваются. В учении Будды есть два вида молитв. Я не знаю двух слов, чтобы их перевести. Первое из них – это молитва устремления или молитва благопожелания, пранидхана или мюннам на санскрите тибетском. И вторая – это молитва моление, молитва прошения, аштишхана или солдеп по-тибетски. Первая из них, или молитва благопожелания, это фактически изложение какого-то раздела учения или каких-то практиков в форме молитвы. Пусть будет так, пусть будет так, пусть будет так. Это систематически излагает в стихотворной, естественной форме, к сожалению, я не могу это приводить в стихах, для запоминания. Это неким образом вдохновляет и помогает изучать какой-то раздел учения, молитва благопожелания.
Считается очень важно, особенно в Махаяне, Великой Колеснице, на пути Бодхисаттвы. Ваджаяна является лишь частью этого, путь нерушимый, путь тантры, что целью практики является освобождение не собственное, не личное спасение, а спасение всех живых существ. И эти благопожелания считаются очень важными, поскольку считается, что потом они всегда исполнятся. Второй вид в молитве – это молитва прошения. Я обращаюсь к Будде или к Буддам, Будда – бесконечное множество, их огромное количество, или к учителям, к своим учителям, к учителям прошлого моей традиции или так далее. И я их прошу благословить. Для вас эти все слова не должны быть, естественно, не являются не обычными, но здесь справедлива постановка вопроса о субъекте и объекте. Когда мы находимся в начале пути на обычном профанном уровне, то здесь все понятно. Я воспринимаю себя отдельным субъектом, а учителей, Будд и так далее отдельными внешними объектами. На более глубоком уровне этого разделения нет. И Будда, и учитель – это природа Будды во мне, это сущность моего ума. Таким образом, я как бы обращаюсь к Будде в себе. Здесь может быть некая как бы странность или парадоксальность этого, но здесь помогает учение о двух истинах, о том, каким все является на самом деле и каким все лишь кажется. Поскольку я могу сколько угодно говорить, что я Будда, но... Ладно, кто-то может сколько угодно говорить, что он Будда или она Будда, но реальность от этого не меняется. Кто-то может говорить, что он Будда, что пребывает в недвойственности и так далее, но потом кто-то ему наступает на ногу, и он вспыхивает гневом, и все. Поэтому, пока это не иногда сложность словами, это единственная причина выбора русского языка, поскольку я и на русском-то хороших слов не знаю, а украинскую мову это было бы неповагою великою. Пока это не актуализировано, плохое слово должно быть, славянское слово, пока это не есть переживанием, а лишь просто мысль, прочитанная в книжке или услышанная от харизматического учителя, то это действительно является чем-то внешним. И эта молитва прошения устанавливает с этим связь. Благословение – это то, что помогает это актуализировать, и оно необходимо для пути. Для этого есть второй вид молитв прошений. Они не могут быть от мирских проблем, о даровании исцеления, о даровании долголетия, о даровании решения каких-то проблем, в том числе и материальных, о том, чтобы был мир в нашей земле и во всем мире, до того, чтобы я мог благословить меня, устранить препятствия медитации, чтобы я во время медитации не спал и не перевозбуждался, а мог это понимать. И всюду добавляется, чтобы не только для меня, но и у всех вокруг, независимо от того, считаю ли я сейчас к ним хорошо отношусь или не очень, поскольку в буддизме Махаяна считается, что в прошлых жизнях, столь многочисленных, они хотя бы по разу побывали моими родителями, все остальные живые существа, в том числе враги. Які відносини з іншими буддистами інших школ? Ви спілкуєтесь, читаєте їхні праці, спільно медитуєте. Ну, є как бы різні підходи. Якщо чесно, я не в 2020 году все понятно, но я и вообще не очень много общаюсь с людьми. Естественно, я читаю их работы. То есть я читаю работы не только своей школы, но и близких и смежных школ, но и других школ могу читать. Но это какая-то доля. Я могу читать и не буддистских авторов, я могу читать и художественную литературу, и смотреть боевики. Но не рекомендую этого своим ученикам, если они не знают, как правильно смотреть блокбастеры, медитируя. Потому что окружающий мир – это блокбастер Трикс,
без режиссера, с чудовищными сценаристами, бездарными актерами, поэтому иногда смотрю фильмы. Нормальные отношения, то есть поскольку у нас нет строгой каноничности, нет, я не знаю, канонической территории и так далее, то буддисты разных школ друг к другу относятся с уважением. Мало того, я с уважением отношусь и к представителям других религий. Это не значит, что я с ними согласен во всем. Я знаю, что они не правы, а я прав, но не вижу смысла спорить вообще. Потому что споры могут быть важной частью образования, они могут быть частью тренировки своего логического мышления, понимания каких-то нюансов учения и так далее. Но так споры бессмысленны. Например, если я в споре обращу вас в свою веру, то ваша вера слаба, и вы потом легко еще куда-нибудь обратитесь. А если ваша вера сильна, то я могу не обратить, а лишь посеять какие-то сомнения. А в этом не будет никакой пользы ни для меня, ни для вас. Зачем мне сеять в ком-то сомнения? Поэтому я не спорю, я уважаю, особенно в наши времена, когда если люди ищут выход своих проблем не просто в каких-то материальных устройствах современной цивилизации, а ищут выход в чем-то запредельном этому миру, то это достойно большого уважения, это то, чего так не хватает. И то, что если сейчас об этом запредельном у людей могут быть, неважно, буддисты или не буддисты, какие-то неокончательные понимания, то проблем нет. Чтобы стать Буддой, необходимо много-много жизней, поэтому вполне в этой жизни можно какие-то качества своего ума культивировать, будучи там или сям. Итак, у меня со всеми хорошие отношения. И некоторые буддисты меня побаиваются, я слышал, да, что я иногда веду, не соответствую их представлениям о том, каким должен быть правильный буддист или правильный лама. Как только я вижу чьи-то представления, я их разрушаю, поскольку эти представления ложны. Это мое сострадание к ним, высшее, на которое я способен. Поэтому некоторые меня опасаются, но я ко всем хорошо очень отношусь. Вопрос суровый. Я про это предупреждал, я знал, что это будет. Я знал, что мы до этого дойдем, про Бхагавата Спильного между буддизмом и христианством, по сути, по форуму проява. Чи вважаете, що є корінь всіх релігій, чи буддизм для вас релігія? Чи ви вважаєте, що існує українська буддологія як наука про буддизм? И следующий вопрос очень хороший. Так, до какого у нас времени? До которого часу? Ну, эта сессия, еще одна сессия, 40 минут. Тобто до часу? Ну, десь там час 15, что-то таки. Час 15, именно час доставка какая-то, ну, неважно. Итак, я предупреждал, что опасно проводить границы, проводить параллели, даже если об этом великий Далай-лама говорит. Да, все религии говорят про любовь, про сострадание и так далее на внешнем уровне. У святых или мистиков разных религий могут быть схожие переживания, описанные, может быть, разным языком, безусловно. Почему? Поскольку у всех существ поток сознания, ум один и тот же. В этом уме есть яды, это синоним слова скверны, есть светлое и переживания различны. Но я не считаю, что есть один корень. Точнее, корень есть человеческий ум, в нем есть заблуждение, в нем есть знание. Из этого, естественно, все произошло. Но представление, что все религии одно и то же, или все пути ведут к одной цели, такого, во-первых, нет ни в одной религии. Вы знаете, что этого нет в христианстве. С этим никогда не согласился Будда. С этим никогда не согласился Магомед, пророк Аллаха. И
індуїстські вчителі з цим ніколи не погодяться, простите, кого-то упустив. Представлення, на самом деле, що всі релігії ведуть в одній цілі, воно йде від перших теософів. Там була мадам Блаватская, ну, у нее сложная судьба, я не, ничего личного, в общем, сложная судьба, несчастная личная жизнь, в Индии, что она там курила с полковником, Олька там краем уха слышала что-то там про Санатана Дхармы и так далее. Отсюда пошли бредовые идеи теософов про единую религию, там махатмы ей привиделись. Все это чушь, я... В Восточном Тибете живут грубые люди, поэтому я говорю прямым текстом. Религии разные, у них есть разное вероучение, разные цели и разные пути, разные цели. Это нормально. Если вы находитесь где-нибудь у подножия горы, какого-то леса, и видите, что много дорог, вам кажется, что все дороги куда-то идут вверх, куда-то взбираются на вершину за облаками. Но если вы находитесь на вершине, то с вершины вы можете увидеть, что из многих дорог несколько, хоть и не начинались с противоположных сторон, ведут к вам на вершину, а некоторые ведут на соседнюю вершину пониже, а другие идут вверх, а потом обрываются в пропасть. Поэтому религии разные, и это нормально. Опять, что вы называете религией? Если религия называется... Есть разные определения. У меня всплыла покойного... Буддолга, китаиста Торченого формула, это поиск запредельного, трансцендентного. Это ответ на вопросы о сущности бытия и о сущности собственного существования за пределами лишь материального мира и непосредственного обычного опыта. Тогда это, конечно, религия. Если говорить о религиях как о социальном институте, обрядах там, и так далее, то это внешняя оболочка, не это является сутью. Как и в христианстве, не это является сутью. А суть является то, о чем говорил Иисус, что из этого услышали апостолы. Тогда качество связи по Zoom было среднее, у кого-то связь оборвалась, у кого-то сохранилась, что до нас дошло, вот это суть. Тогда, конечно, религия. Вы опять можете к этимологии слова «религия» обратиться. Вы меня поправите, что это воссоединение, одна из возможных этимологий. Воссоединение с чем? Со своей сущностью, с тем, чем вы есть на самом деле. Вы можете это считать Царством Божиим внутри вас. Я могу это считать Буддой. Тем не менее, это религия. В том плане, что буддизм не ставит во главу угла вопросы о структуре мира, происхождении, творении мира и так далее, оставит именно эти вопросы. В первую очередь, буддизм является для меня даже не религией, а сверхрелигией или чистой религиозностью, поскольку именно эти вопросы ставят. Поскольку совершенно не важно, как устройство галактик, современная наука знает и как именно будет знать через 1000 лет. На принципиальные вопросы, почему я страдаю, что с этим делать, это никак не повлияет. Это может быть инструментом для этого, как наша связь является. Про украинскую буддологию краще питати про украинских буддологов. Вона є. Я знаю кількох, двух-трех. Але вони китаїсти та японісти. Тибетологи і українські мені невідомі. Палісти, санскритологи, мабуть, є. Палісти. Не знаю. Буддология существовала в империи до, но потом была разрушена до основания, как и многое другое. Наука про буддизм, это, как и про все наука, это про, наука про внешнее. У буддистов нет проблемы с наукой про буддист. Мало того, все исследования текстологические, исторические мы приветствуем.
Поскольку есть какого-то текста сутры, найдено несколько вариантов, и ученые исследуют, какой вариант более древний, более точный, и исправят какую-то сутру, это прекрасно. У нас нет такого проблемы, что вот этот текст незыблемый и все. Уточнили замечательно. Значит, мы еще лучше можем понять, что сказал Будда. Но буддологии как школы, я не уверен, что она существует, поскольку, по-моему, нет кафедр, нет кетов и так далее. На Западе уже несколько десятилетий буддология и буддизм существуют в симбиозе. Существует уже несколько случаев, когда высокообразованные тибетские ламы, и не только тибетские ламы, и японские, и китайские, соответственно, священники возглавляют кафедры в европейских и американских университетах академической буддологии, как бы я много имен знаю, то есть это там давно это, и наоборот, на кафедрах буддологии, тибетологии американских университетов у студентов есть стажировка, например, семестр провести в Индии, в тибетском монастыре, в монастырской школе, просто слушая курсы буддийской философии, так как они преподаются монахам. Это нормальное явление, я тоже встречал такие, к сожалению, да, на наших теренах все это еще довольно. Если на буддиста нападают, у него есть границы самозащиты. Вопрос, связанный, может убить нападающего. Духовные практики подавляют инстинкты или нет? Здесь вопрос терминологии. Что вы наблюдаете за инстинктами? В медитации, то, чему мы обучаемся памятовать себя. Мы не впадаем в беспамятство. Если с вами что-то случается, на вас кто-то нападает, вас охватывает гнев, вы себя забываете часто и действуете. Я говорю не о вас, здесь-то люди там, вон по Голосеевскому проспекту ходят, некоторые из них уже алкоголя много употребили, да, то есть вот те люди здесь-то у нас все высоко духовные и образованные. Вот люди под действием этих скверн, ядов сознания, они теряются, забывают себя и дальше действуют. Этими действиями в состоянии гнева, ревности и так далее они наносят непоправимый вред и другим, о себе. Если же нападают на буддиста, в принципе, я об этом говорил. Если вы обладаете необходимым опытом, то вы не забываете себя. Вы знаете, человек на меня нападает, он угрожает моей жизни, он хочет меня убить. Вот мой страх умереть, это нормально. Это не подавляется, это страх умереть, это нормально. Не боятся только существа глупые или в чем-то увечные, которые увечные способности, умственные, не понимают, что могут умереть. Но, видя этот страх, это все, вы не подавляете, но и не соскальзываете, не поддаетесь его влиянию. И предпринимаете соответствующие действия. Вы себя защищаете. Защищаете себя, защищаете свою семью, защищаете свою родину и так далее. Важно то понимание, что перед вами тот, кого вы считаете врагом, он в действительности не враг. Это в действительности существо невежественное, существо очень несчастное, поскольку иначе, да, с промытыми мозгами, там, алкоголик или так далее, с привычкой, привычкой, возможно, из прошлых жизнях, кармические привычки причинять другим вред постоянно, с очень зловременным умом, в зависимости от ситуации, или под влиянием своих страстей. Но это существо несчастное, и то, что это существо собирается сделать, оно собирается причинить вам страдания или вашим близким, а свои страдания увеличить, поскольку за то, что он или она делает, последует неизменно кармическое воздаяние в следующих жизнях. И поэтому из сострадания к себе, к своим близким, из сострадания к этому нападающему, чтобы не дать ему совершить еще большее зло и себе страдания еще больше вызвать, вы его останавливаете. Если нужно, как в крайнем случае,
вы можете прекратить его жизнь, если это будет актом сострадания. Конечно, здесь очень так в буддизме Махаяны. Здесь очень тонкая грань, и, где можно злоупотреблять и так далее. Есть известная история Будды из прошлых жизней, где в прошлой жизни он был кем-то боцманом на корабле, который перевозил 500 купцов куда-то на остров паломничества, и он знал, что есть злодей на корабле, который всех хочет убить. И он думал, этот злодей хочет убить 500 купцов, которые едут на остров совершить паломничество, сделать подношение храму и так далее. Если он их убьет, он не даст совершиться этому благому делу, и он попадет в ад там до конца существования этой вселенной, поскольку он убил 500 святых людей. Если же я его убью, то я, во-первых, спасу 500 купцов, продолжит свое благое дело. Этого человека я спасу от безмерных страданий, то есть его следующее рождение будет не таким тяжелым, но я, возможно, попаду в ад, потому что я кого-то убил. Тем не менее, я на это иду ради блага других. Это несколько механистическое рассуждение, тем не менее, оно неким образом показывает мотивацию. В ад он не попал, поскольку это было чистое бескорыстное намерение. Он опять родился там человеком и так далее. Вы должны понять, что нет никаких универсальных рекомендаций в буддизме. То есть это называется тренировки, а не заповеди. Панчашила. Я тренируюсь в том, чтобы не лишать других существ жизни, не брать то, что мне было предложено, не причинять страдания сексуальным поведением, не говорить заведомую ложь и не употреблять субстанции, изменяющие сознание. Вот эти пять главных. Их формулировка не как заповеди, что это правило я нарушил, меня кто-то накажет. Нет никого, кто наказывает. Точнее, есть автоматический механизм наказания. Закон кармы. Я тренируюсь в том, чтобы этого не делать. Но это не есть рецепты для всех ситуаций. Во всех ситуациях они служат для развития собственной мудрости. Опять нет никого, кто как бы ставит эти задачи, они просто созревают. Вот в данной ситуации, если я себя помню, не забылся, не захвачен ядами сознания, скверными, там, гневом, жадностью и так далее, сохраняя ясность ума, сохраняя сострадание и любовь к другим живым существам, что я должен сделать наилучшим образом? Вы это делаете, а потом понимаете, что опять я ошибся, опять несовершенен, и продолжаете тренировку. То есть нет никаких рецептов, и вы не отключаете инстинкты. Вы это все осознаете, но не поддаетесь влиянию, продолжаете себя помнить. Так, Калантарову знаю, как астролога. Огневу помню по рериховским чтениям еще, когда был аспирантом. Она должна быть уже в очень преклонных годах. Она специалист по культуре, по искусству тибетскому. Я еще пару имен Капранова, конечно, я знаю япониста, вылетела из головы пани, доктор наук по праджнапарамите, диссертация и монография, но китайской. То есть отдельные имена тибетологов, если не считать Огневой, нет, а главное, нет школы. Это был вопрос, что определяет преемственность и подлинность. Должна быть школа. Должна быть школа. Школа так, шановний лама, у нас залишається 4 хвилини. І я тут бачу, що питань фактично немає, лише тільки подяки до вас. І якщо щось хтось хоче написати, будь ласка, у вас є можливість, є пару хвилин перед завершенням нашого заняття. А якщо я не встигну сказати, відключу. Тобто наступного не буде. Зв'язок? Ні, напевно, вже. Тому що студенти мені написали, що у них наступна пара набігає. А вони основна, як то кажуть, слухаюча маса наша. І ми без них тоді залишиться буквально пару людей.
то я від імені студентів хочу без сумніву подякувати вам за дуже глибоку і цікаву лекцію. І ви, як артефакт, як ви сказали, абсолютно зруйнували наше уявлення про буддиста, про ламу, тому що ви, напевно, в наші колишні такі стандартизовані уявлення абсолютно не вписуєтеся. У нас було декілька зустрічей. Я дуже поправився во время карантину, і мені складно. Ми не це маємо на увазі, не зовнішні характеристики, тим більше, що вас ми бачимо лише тільки до половини, тобто погруддя ваше. Там все запущено. Ну, я думаю, що якщо ви поїдете в Тибет, в Непал, то відповідним чином там скинете, бо вас там чекає каша ячменна. Ну, це точно. Да, і з м'яса м'яка, і то тільки по великих святах, і будете на підножному кормі. Бачите, дуже вам дякую за динамічну інформативну зустріч. Всі дуже вдячні. Я сподіваюся, що на цьому наша комунікація не завершиться. Я не знаю, чи є у вас можливість... Я на зв'язку. Я не знаю, хто спрашував мой сайт, Телеграм, Лама Пема Дудул, Фейсбук, Телеграм, сайт Пема Гуру. Я можу здесь написати прямо зараз. Будь ласка, нашим всім. А чи буде можливість з вами зв'язатися, якщо ви поїдете в Непал? Да, там всюди зараз є... Пема Гуру, вот о своей традиции я буду 11-13 декабря, меня северные соседи попросили, у нас есть, у них онлайн молебен идет, и там с лекциями читают, я с двумя лекциями о моей традиции первой и о буддийском образовании второго. Вторая будет лекция 11-13 декабря, выступлю, они будут в YouTube транслироваться, в своем Фейсбуке и в Телеграме я напишу. Я напишу. Дуже добре, що ви дали посилання, тому що не всі приєдналися сьогодні бажаючи. Там в Телеграмі ищите мене, да, в Телеграмі є. Могли вас послухати 11-12 грудня, да, ви кажете? 11-13 грудня, да, буде. Я, учора я в Фейсбуці дав посилання. Учора в Фейсбуці, та ще я напередодні дам посилання на YouTube безпосередньо. Де будуть там ввечері дві лекції про історію традиції та про буддійське навчання. Я думаю, що це буде дуже цікаво, тим більше, що ви на питання, де готують лам, як відбувається освіта в вашій традиції, фактично не дали відповідь, хоч воно там було задано вам. Тобто люди цікавляться, як стати ламою. Напевно, ваш досвід надихнув когось із присутніх, і вони вирішили встати на той путь, яким ви зараз крокуєте до пізнання істини. Значить... Ну, в мене не було ніякої такої задачі стати ламою. Да? Я навчайтесь та буде. Ясненько. Ну що, ще вам раз хочу сказати величезне дякую за вашу відкритість і готовність прийти на зустріч з студентами і тими, хто цікавиться проблемами буддизму. Я думаю, що ви робите велику справу, тому що просвітлюєте нашу свідомість і даєте якусь надію, перспективу, що таких стане з кожним роком все більше і більше, і не так мрачно.